Здравствуйте, друзья. Мы с вами помним, что была такая идея пришпандорить к бюджету, вот к этому пакету на 3,5 триллиона долларов, который демократы, значит, пытаются продвинуть, пришпандорить туда массу иммиграционных всяких фишек. И все зависело от человека вот с этой должностью, сенатский парламентарий. Вот это женщина очень милая. Вот такая, где-то ей лет 54-55, значит, вот эта женщина, она, вот Элизабет Макдоналл, она должна была определить, подходит или не подходит вот эта иммиграционная тематика так, чтобы ее в бюджет, значит, как-то запустить. Потому что, запустив в бюджет, демократы могут обойтись 50 своими голосами в Сенате. А если это не связано с бюджетом, тогда нужно 60, которых у них нет. В общем, так начинается. У них и 50 толком пока нет, но не важно. В общем, она думала себе, думала и порешила. Вот, значит, сегодня было сказано, что не получается. Она говорит, нет, ребята, говорит, пустить вас не могу, уж вы простите, не стойте тут, ребята, не грустите. В общем, так, как в песне у нее тут получилось. И ее пытались демократы убедить, что вот там, если легализовать вот эти 8 миллионов человек, которые они хотели легализовать, то вот у них, поскольку они получат право на там социальные пособия, велфер, вот там на 139 миллиардов, значит, увеличится дефицит бюджета, и, соответственно, нужно как-то это бюджетный вопрос, говорят они, бюджетный. Хороший аргумент, правда? Вот. А у них там другие аргументы были в том, что если столько народу легализовать, то это сильно увеличит прибыль в бюджете. В общем, очень интересная аргументация, но на тетку не подействовала. И она говорит, нет, пацаны, нет, ребята, демократы, значит, не получается. Они, правда, не теряют надежду с ней дальше какие-то разговоры, переговоры проводить на предмет того, что, может быть, какие-то более мелкие, какие-то более частные аспекты того, что они хотели сделать, может быть, она им разрешит. Но просто имейте в виду, что у демократов еще нет 50 голосов для того, чтобы вот эти вот, значит, там 3,5 триллиона пропустить. То есть там есть два демократа, которые такие с претензиями, они вот говорят, а мне вот это не нравится, мне то не нравится. И вот они сейчас пытаются вот с теми двумя договориться, ну, чтобы там обстругать что-то, им придется что-то обстругать. У них, скорее всего, не пройдет вот в таком виде этот билл, этот законопроект. Но во всяком случае, вот что нам существенно в плане иммиграционном, что та надежда, которая была, что вот удастся вот такой колоссальный сбросить груз, так сказать, иммиграционных проблем на вот этот вот пакет на 3,5 триллиона, это дело не пойдет. Вот на этом я, друзья, с вами расстаюсь, просто чтобы вы знали, что вот так не получается. А что получается, будем смотреть.